нашел в магазине за 19 рублей 100-граммовую кондитерскую плитку. Дешманская, самая дешевая. Сейчас мы ее затестим. Она сделана под черный шоколад. Тестить будем под кофеек американо. Ну, кофеек, конечно, не айс, но теперь сама плитка. Плитка выглядит таким вот образом. Черная. Самая дешевая. Знаете, такое послевкусие от нее. Как после любой кондитерской плитки. Сливочное такое. Ну, конечно, не айс. Не знаю, может быть, ее можно, конечно, использовать в кондитерскую плитку там для изготовления чего-то. Но я бы не стал. Помнится, АВК в моем родном городе делала намного лучше и качественнее, чем это. Не, разве так, что побаловаться, вреднятины поесть можно взять, конечно, но на самом деле дно еще то, вкуса практически никакого нет. Проверить, горит ли это говно или нет, нужно, конечно. Нет, оно не горит, оно плавится, плавится довольно-таки успешно. Не знаю, цвет вроде бы нормальный, но я бы не стал давать такое детям. Вот. И есть самому тоже не очень хочется. Тем более, что здесь 564 килокалории в 100 граммах, ну то есть во всей этой плитке. Взял ее по внешнему виду, она похожа на совковый Royal Canin. Спирт, который когда-то продавался в 95-97 году. Ой, нет, вру. Даже, наверное, где-то 90-91 год, когда его разливали. На тот момент это было самое дешевое пойло, которое продавалось в литровых бутылках, и из которого можно было сделать 4 бутылки водки, якобы. Вот это то же самое. Вещь, которую нельзя есть. Кстати, Royal Canin спирт, он тогда шел, по-моему, как технический спирт, французский был разлив. Вот. Ну, это г делают в России. Итак, это кондитерская плитка, это дно хранится 12 месяцев. Состав продукта: сахар, песок, заменитель какао масла, эмульгаторы Е322. Так. Гидрогенизированный пальмоядровый стеарин. Наверное, пальмовое масло какое-нибудь. Изделие может содержать небольшое количество орехов. Бла-бла-бла. Соевый лецитин. Какие нахер орехи за такие деньги? За такие деньги он не должен содержать ничего съедобного, в принципе. Вот, ладно. Кто захочет купить такое дно, ищите в российских магазинах. Детям не рекомендую его давать. Самому тоже не рекомендую есть. О, он тоже. Royal Slif. Премиум кондитерская плитка. Да, хорошие были времена, когда можно было рошеновскую шоколадку затрескать с удовольствием. Хотя ее, в принципе, и сейчас можно затрескать, только удовольствие меньше, потому что стоит она дороже. Вот, а здесь ее практически не достать. Ну, хотя, в принципе, можно. Ладно. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки.
подписывайтесь на канал. Всем пока.